Для клуба «Веселых и находчивых» этот год юбилейный со всех сторон. Игре 55 лет, Маслякову 70, Могилевской лиге КВН 30 лет. Как вишенка на торте – финал, который должен был открыть главную интригу сезона. Кубок либо оставался в Могилеве, либо уезжал в Минск, Оршу или Жлобин. Минские находчивые из «Маппет Шоу» настроены на победу. Хотят выиграть путевку в Сочи. Ой, а что это? Пьяные на предприятии! Да нет, это наш отдел контроля качества новые сандали тестирует. А можно их снять? Ха! Если бы их можно было снять, на ИБА здесь... Единственные представители областного центра в финальной игре – команда «Доктор Хаус». Чем будете удивлять в финале? Хлопушкой. Вы ее купили, кстати? Нет. Значит, ничем. Самые юные КВНчики в финале. Оршанские ребята из команды «Отличный борщ». Среди четырех ярких персонажей мы нашли самого близкого нашему глазу. Никита очень похож на нашего коллегу, ведущего «Беларусь-4» Николая Каманцева. И теперь мы знаем, у утренней программы есть будущее. Доброе утро, меня зовут Никита Каманцев. Привет, ранехонька. Участники команды «Все встали» в третий раз пытаются стать чемпионами Могилевской лиги. Они уже не студенты. Большинство являются ровесниками межгалы. Почти у всех есть семьи, но с КВНом они не завязывают. Если проиграете? Немножко расстроимся, но будем стремиться к своей мечте. Какой? Выиграть межгалактическую лигу КВН. В составе команды сплошь сталевары Белорусского металлургического завода. В 5 конкурсах шутили и показывали миниатюры. Электрик, слесарь-ремонтник, оператор поста управления, нагревальщик и посадчик металла, инженер по технике безопасности. А это наш звукооператор, это человек, который остается всегда в тени. А теперь вот... А официально по профессии работает... Слесарем. Финал можно было смело назвать спортивным. Одним из 5 конкурсов была модернизированная разминка под названием «КВН-хоккей». По итогам 4 конкурсов наибольшее количество баллов – 18,5 – набрала жлобинская команда «Все встали», которая своей финальной песней, исполнив рэп про любовь, покорила и зрителей, и жюри. Победитель команды КВН «Все встали», город Жлобин. Выпускники Могилевской лиги КВН работают на телевидении, радио, являются авторами сценария для известных сериалов. За 30 лет Межгалактическая лига КВН выпустила около 3000 КВНчиков. И это не предел. Я так думаю, что 30-летие никогда не закончится. КВН, он сам по себе несет праздник, поэтому это просто один этап, который подытоживает нашу работу. А 31-й начинаем с нуля и начинаем дальше радовать и удивлять.